Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Сегодня мы с вами будем учиться, как установить и настроить Samsung Pay на часиках. Так что все с самого начала. Ну, во-первых, прежде чем что-либо делать, вы убедитесь, что в вашей стране именно Samsung Pay работает. Внизу будет видео в описании подробно, да, Samsung Pay о часах подробно. Туда пройдете, там есть инструкция о том, как узнать, работает у вас он или не работает. Потом, также на вашем смартфоне не должно быть рут-прав. Это тоже очень важно. Ну и, во-первых, конечно же, регион должен быть, соответственно, как я уже сказал, в котором работает Samsung Pay. Ну и теперь, как говорится-то, начнем с самого начала. Все, у нас часики с вами подцеплены. Как говорится, Galaxy Wearable у нас подключен. Вот, пожалуйста, все. У нас с вами все подключено. Все, как говорится, у нас с вами работает. Да, часики подключены. Кстати, у меня сегодня ассистент со мной красивый. Зовут Кристинка. Вот она. Помогает мне, сидит, если что. Так что, ребятушки, идем дальше. Если у вас на часах, в принципе, нет, да, Samsung Pay по какой-то причине, вот здесь, да, и он не высвечивается в Galaxy Wearable, как у меня вот тут, тогда ссылочка будет в описании видео на канал Telegram. Туда пройдете и там скачаете Samsung Pay плагин и установите его на телефон. Я говорю, если только в том случае, если ваши часы и смартфон сам в порядке, и регион тот, где Samsung Pay должен работать, но почему-то нет, тогда без проблем вот так ставите. Если у Samsung у вас телефон, тогда вообще никаких проблем в принципе не возникает. Все, если нормальный регион, то все устанавливается сходу и без проблем. Если же, как у меня сейчас к Xiaomi, телефончик, тогда есть некоторые загвоздочки, о которых я здесь немножко и тоже расскажу. Все, теперь, чтобы нам запустить Samsung Pay, нажали на него. Он нам показывает, как это все дело заводится. Мы с вами держим. Хоп, она запускается, и он показывает, что делать. Мы все это проходим и нажали запустить. А он говорит, открывайте приложение на телефоне. Нас перебрасывает сразу же куда? В аккаунт Samsung. Нам нужно войти в аккаунт Samsung. Но входим в аккаунт и продолжаем дальше. Когда вошли в аккаунт Samsung, он просит нас установить плагин Samsung Pay на наш с вами телефончик. Все, мы соглашаемся и устанавливаем данный плагин. Пошла установочка. Далее. В целях безопасности ваш телефон блокирует установку приложения из неизвестных источников. Ее нужно дать разрешение. Мы разрешаем эту установочку. Все, принять. Установочка наша. Установить. Еще раз нажимаем. Все, пошла установочка. Сейчас хлоп. Вот сюда мы переходим с вами. И продолжаем дальше. Дальше все делается на телефоне. Уже нам с вами, как говорится-то, не нужен. Пока не нужны часики. Кристинка, сиди, не дергай ничего. Все, здесь мы соглашение даем. Даем разрешение. Обязательно нужно все дать разрешение. Ну, теперь он просит нас обновиться. Значит, мы еще можем обновиться после. Либо сразу обновиться. Я сейчас обновлюсь сразу. Пока идет, так скажем, обновление, хочу сказать, что если у вас вдруг на телефоне Samsung Pay включится, но будет написано «недоступен сервер Samsung», тогда нужно посмотреть, чтобы у вас на телефоне всякие блокировщики рекламы, удалите их. Тогда все заработает нормально. Если будет, как говорится, написано на Samsung Pay, что отсутствует подключение к серверу. Все. Либо, если у вас включен VPN, тоже его отключите обязательно, и тогда все заработает. Идет процесс пока установочки. Так, все, запускаем с вами плагин. Тут знакомства все эти. Можно это все, в принципе, дело пропустить, но мы не будем. Идем далее. Нажимаем далее. И теперь он просит опять войти в аккаунт.
Здесь опять нам надо будет войти в аккаунт. Все, я вошел, а он меня опять просит обновление. Конечно же, сделаю позже. Дальше что? Набираем «Добавить карту», либо «Добавить позже». Все. Теперь о том, как добавлять карты. Так, значит, нажимаем «Добавить карту». Можно сделать импорт карт, если у вас они раньше были задействованы, да, но если как бы не было, тогда ничего, не, естественно, не импортируется. У меня просто они были, пожалуйста, вот они у меня всплыли все. Теперь мне их только нужно активировать. Если же добавлять изначально, то нажимаем «Добавить кредитную карту». Далее берем карту какую-нибудь, да. Ну, давайте возьмем Тинькофф. У меня есть... Сразу он просит нам, чтобы мы задали пин-код на часах. Все, задаем пин-код. Он выводит. Мы с вами придумаем пин-код. Любой, который можем запомнить быстренько, да. Повторяем. Все, готово. Пин-код задан. Часы нас предлагают идти дальше. Мы идем. Опять-таки, разрешение нужно все давать. Приложению абсолютно все разрешения дали. Теперь берем свою карту и сканируем ее вот таким вот образом. Все, он ее отсканировал. Если же он ее не отсканировал, тогда нам с вами нужно просто вручную все это дело, как говорится-то, ввести. Вручную все дело, как говорится-то, ввести. Далее, здесь уже нужно на латинскими буквами ввести фамилию и имя карты держателя. Ну, хотя, по-моему, можно даже на русском. Все, вводим защитный код. Обязательно. Хобана. И нажимаем «Далее». Выполняется проверка сведений. У некоторых запрашивает, у меня, кстати, давно уже не запрашивал, но у некоторых запрашивает еще индекс. Он пятизначный там. Просто вводите любые цифры. Я ввожу индекс, ну, без одной цифры, да и все последний. И он нормально срабатывает. Все, выполняется проверочка, ожидаем. Все, принять все. Выполняется проверка, принять все. Готово. Ну и теперь просто нажали подтверждение. Ждем, когда придет подтверждение. Так, у меня, значит, код что-то не приходил на Тинькофф, поэтому МТСовскую я. Все, код пришел проверочки. Я его нажимаю отправить. Все, готово. Как видите, все готовенько. Раз, раз, больше этого не показывать. И теперь нажимаем вызов Samsung Pay, вводим пин-код. И видим, пожалуйста, вторая карточка работает. Спокойненько себе берите и оплачивайте. Ну, вот такая вот инструкция небольшая. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чате, Telegram, ну, либо здесь, в комментариях. Буду стараться отвечать по возможности быстро. Ну, вам же, дорогие друзья, напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях. Ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч.